Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанёк, FM Zoom. Странный никнейм и тучка. Бугафыр. Фриз, Наруто, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет, братья. Всем хай. Ребята, мы скачали очень классную карту. Это карта с зимой, со снегом и льдом. Она очень маленькая, и сегодня на этой карте мы будем делать жесткое выживание с абунгами. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, ставим. Прям возле человека сразу. Первый пошел. Не надо. Да не бойся, я 100 раз так делал. Вот этого поставим. О, первый пошел. Так, для начала поставим 3 штуки и проверим, что с этого будет. Если будет очень маленькое количество людей умирать, то мы будем ставить все больше и больше. Ну-ка, в конце ролика мы обычно ставим 100 штук, поэтому в этом ролике будет не исключение. Так, я вижу, все-таки люди умирают. Давайте зайдем в здание. Зайдет он сюда? О, классно, смотрите, деревянно можно повыживать, и ничего он сделать нам не может. Так, пацаны, будем тусоваться. 4 человек уже в здании. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое, которое людям поднимает настроение. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. В описании, совершенно верно. Так, что-то не заходит к нам абунги, обратите внимание. Эй, ты, жопоклукс. Ха-ха, нельзя так делать. А то я еще открою, я могу открыть огонь. Не надо. Да, я буду стрелять, если кто-то меня будет бить. Да? Да. Ого, их, смотрите, но они не заходят к нам, а почему? Ой. Все, ты мне стол должен. Ха-ха, поломали стол. Так, что такое? Никто не заходит. Давайте еще поставим. Давай. О. Не-не, убери пока шкаф, я еще их наспавню. Так, по башке шкафа мне деремся. Такого абунгу. Такого. Фиолетового мордового или фиолетово-розового. И черного. Тылочка. Так, 10 штук уже есть, пацаны. Но они все равно не заходят. Че за бред? Туса. Туса. Не ломайте шкаф. Музыки не хватает. Ну ничего, наложим. Опа! Ого, убийца зашел. О, молодец, хорошо, что ты его увел от нас. Молодец, мы дальше тут тусуемся. Так, кстати, печка тепленькая. Греем руки, пацаны. Они сейчас зайдут. Не зайдут. Они не боятся к нас. А мне нечего греть. Спиной повернись, жопу этим погрей. Этим просто холодно, абунгам не там хотят. О, смотрите. Я как грею свою 5-ю точку. Она у меня костлявая. Да? А что вы там толкаетесь? Я думал, тоже абунги нас мочат. А я посижу. Эй, не садись так. Так, ладно, пацаны, я выхожу. Раз вы боитесь, я пошел. Ох ты, блин, я испугался. Вот это удар в спину был. Эй, а что, спаун в этом доме стоит? Кто заспавнился, уходите сразу. Не стойте на месте, уходите. Пацаны, я сейчас всех увел. Молодец. Так, а я пока уйду от абунги. Они за мной, пацаны. А что они не заходят в то здание, где спаун? Ай. Так, давайте поставим спауны в разных местах, чтобы было получше. Так, одну здесь поставим. Одну поставим здесь. На краю карты будем ставить, чтобы было интереснее. И вот здесь поставим. Так, ну что, они идут. Будем сейчас добавлять еще, потому что я вижу что-то... Мы мало страдаем, я хочу больше страданий. Опа, идут толпой, все выносят. Давай, ой, я по льду побегаю. Кстати, когда бегаешь по льду, такой звук, как по стеклу, что ли, бегаешь, или что-то такое. Так это есть стекло. Это лед. Лед, сделанный из стекла, вау. Ну, лед, в принципе, и издает звуки, похожие на стекло. Там зато вот, бабунка, Дима. Я вижу. Я специально их буду по кругу гонять. Но они ничего сделать мне не могут, просто гоняются. Дима, я тебя спас, Спасибо тебе. Я сейчас с самой дальней точки. Я буду спасать. Я знаю, куда надо идти, чтобы дольше повыживать. Я пошел туда. Я уже нашел место, где дольше выживать. А, быстрее. Да? Нет, смотрите. Да. Ха-ха! Ой! Не могут убить. Эй! Да вы что, пацаны, мы же за одну команду играем. А где мы? Беги! Ого, тут можно за горами бежать, я даже что-то не ожидал этого. Ого, все за мной. Отлично. Так, следующий ролик, когда будем, ребята, записывать по абунгам, мы будем делать так, чтобы абунга управлял реальный человек. Будет поприкольнее, наверное. Но будет сложнее. Так, а на эту вышку нельзя, да, подняться? Вот, блин, было бы классно. Почитано.
Ух ты, они прям реально через вышку мочат. Так, ставим еще, мало. Че, больше абунг. Давай сразу 100, че робил, чисто. Не-не-не-не-не. Может, карта залагала. А, да? У тебя компьютер просто не тянет абунг. Почему тянет? Дима, тянет, да? Беги. Я бегу. Дима. Я буду так по кругу, по льду бегать. Мне нравится этот я звук. Я опять Диму спас. Ну, давайте проверим, лед можно пробить гранатой? Нет, его не пробить. Было бы классно, да, если бы лед можно было пробивать? Да. А! Через мост сбежал, блин, затоптал меня ногами. Подлец этакий. Ну, один увязался и не отстает. Так, побежали сюда. О, гусь, привет, давай будем тут тусоваться. Давай. Я вольнулся. Давайте сейчас, кто умрет, тот лох. Погнали. Давай, Дима, умирай сразу. Нет, я не буду лохом, я буду добрым. Ой, я буду добрым лохом. Ребята, настроение отлично. Надеюсь, вы смотрите наши ролики. И не забыли поставить лайк и подписаться. Обязательно поддержка канала. Мне, кстати, осталось за 1,5 миллиона 5 тысяч. Наверное, даже 4. Так что давайте поднажмем, добьем мне 1,5 ляма подписчиков. Будет больше стимул пилить еще лучше ролики и круче. И веселее. Эй, за мной увязался один передурак и хочет меня убить. Толпа. Так, что-то я вижу, лохов нету, да, у нас? Пока что да. Ну ждем. Такой Дима умирает сразу. Нет, кстати, они все за мной, они хотят, чтобы я был лохом? Нет. Да. Ник лох. Все. Ну, ты что тут делаешь? Беги! Все, за мной это, смотрите, увязались и все. Давай, переключайтесь на него. А, чуть не убили меня. Абунга апокалипсис? Да. Так, опять тот же самый умер. А, нет, другой уже. А, нет, тот же самый. Странный никнейм у него. Дима, ты же не забываешь правила. Ты же не помнишь то, что если стоять на месте, они тебя не убивают. Точно! Давайте. Я сейчас так и сделаю. Надо сейчас с ним умереть и не двигаться вообще. А, когда возрождаешься, да, не двигаться? Да. А, ну тут спауны так сделаны, что, наверное, будем застревать. Сейчас я еще поставлю в разных местах. Так, давай, один ставь. Здесь поставим, один здесь. Это работает, если не... О, так что, мы можем все возродиться и не умирать? Да. А! Все, я умер, сейчас посмотрим. Я буду стоять на месте. Все, я стою. А можно головой шевелить? Вы помните эту фишку? Да, шевелиться можно. Вы меня обманули, он меня убил все равно. Вы хитрые. Нет, Дим, крутиться можно, но двигаться нельзя, я помню в ролике. А может, он просто шел в ту сторону, где я стоял, поэтому убил меня? Возможно. Так, мы еще ставим сейчас в разных местах. Много спаунов нафигачим. Так. Здесь ставим. Отлично. Я выживаю. Интересно, убьют они меня здесь или нет? Давайте будем двигаться. Ого, рядом. Эй, морда, смотрите, стоит и смотрит. Убил. Значит, и меня Дима, сейчас убьют. Сейчас убью, да, лучше спрыгивай. Не, я буду так двигаться, влево-вправо. Убью. Они меня не убьют. Они снизу прыгают, снизу. Да жопы, блин, я дернулся. Ну все, я их не боюсь. Смотрите, вот я не двигаюсь, он меня не убьет, правильно? Да. Вот все, что они нам сделают? Я не двигаюсь, смотрите. И что он мне сделает? Он меня не убьет, правильно? Да. А, нет. Неправильно. Ну и все. Неправильно. Все, я в безопасности. Я тебя найду. На вышке ты сейчас стоишь? А! Ё-моё, блин! Я так дергаюсь, я не ожидал, что он зайдет. Я хотел бочку эту вонючую поставить. Дим, нас туалет убил. Да? Да. Но тут у нас предмет, значит, прихлопнул. Он ударил об предмет, да? Да. А Бунга, когда бегает по льду, есть звук или нету? Нету. Он вообще бесшумный. Все, я заныкался от них. Я вижу практически всю карту, буду наблюдать. Давай. Так, я еще добавляю, пацаны. Так. Нет. В смысле? Один пропал на глазах. Они телепортируются. Ого. Уже, ребята, штук 20 я поставил. Ну все, они меня не убьют, смотрите. Да? Не убьет же? Ладно, убивают. Ставим еще. Ставим еще. Хочу, чтобы пацаны более живее бегали, активнее. Сразу 50. Уже где-то штук 50 поставил. 50 штук уже есть. Димас, ручку спасибо. Стою, меня вообще никто не трогает. Да? Бегай. Вот это толпа, ребята.
Так, все, побежал. Я спасаюсь. Кстати, вот этот круглый, он быстрее всех, я так понимаю. Смотрите, он прям жестко, активно хочет нас догнать. Срезаем резко. Ну ладно, ладно, не получилось. Все, будем тут стоять. Ну главное, что я спауны, да, поставил в разных местах на карте. Так интереснее. А то они сейчас бы тут бегали. Что? У них одинаковая скорость, просто создается иллюзия, что кто-то быстрее, кто-то нет. Да? А мне показалось, что вот эта круглая, которая штука. Блинчик глазастый, он быстрый. Кажется. Да? Там я оторвался. Они либо печку, либо ванну, или что они там пинают. Футбол. Я оторвался, все, пацаны, они за мной не идут, кстати. Офигенно, я нашел точку на карте, где они не могут убить. Я тоже нашел. Отлично, ребята, ну что? Я нашел метод. Где точка, беги. А вот интересно, он может ко мне тпхнуться или нет? Они меня вообще не видят. Получается, если нема визуального контакта, они ко мне не идут? Офигеть, это круто. Сейчас ставим. Ребята, ставлю сразу 100 штук. Абунговый дождь. Аллилуйя, абунговый дождь. Все, ребята, 100 штук. Беги. Все нормально. Сразу. Жестко. Вот это трэш! Просто! Все, я стою возле человека, который не хочет не умереть. Все, они меня не трогают! А, нет. Давайте. Все, стою, не двигаюсь. Не двигаюсь, смотрите. А ты смотри! А что в тех роликах они нас не убивали, а сейчас убивают? Может, абунги за это время. Может, они поумнели за это время? Ты умные, что ли, стали? Петушка, беги. Я банал стоять, что это бессмертная, ой, бесполезная штука просто стоять. Вот это здесь оравы их. А на льду скользишь? Не, обычно делаю так, что на льду скользишь. Вот, все, ребята, короче, пошло страдание. Смотрите, сколько мест, где показывают смертей, сколько там людей появляется. Я мгновенно умираю. Отлично, хорошо, в другие части карты появляюсь. Так, я знаю, что надо делать, надо быстрее в дом забежать. И стол поставить. Стол! 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 Минус. Их там жесть! Отстань! Дай, отстань, отстань, морда! Что интересно, я даже заспавниться не могу. А ты, а чё ты не можешь? Нажимаю выстрел, и ты появишься. Или пробел. Ой, головой об этот ударился. Все, тупик. Не, то есть я спавнюсь и уже погибаю сразу. Жесть! Давайте посмотрим, сколько людей вообще больше всего умерло. О, Наруто 40 раз умер. Нифига себе. Короче, давайте, ребята, в конце ролика напомните, что мы посмотрели, кто займет первое место. Это то, у кого больше, меньше всех смертей. И проигравший, у кого больше всех смертей. Наверное, Наруто. Так что давайте. У меня печка убили. Ай, тут жесть, сколько. Карта маленькая и просто триллион штук. Дочка, как ты выжила? А, за мной, блин, в это здание забежал. Вот это жесть. Они, короче, по всей карте, да, начали уже этот, оккупировали нас. Это поджопник дает неплохо. Все. Вот это трэш. Ай, на опережение сыграл. Ой-ой-ой. Отлично. Отлично, бегите. Вот это постоянное появление. Смерти у людей просто жесть. Ну карта маленькая для 100 штук. Зато веселее. Беги, 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 беги. О, кстати, на этой части карты их нету, да, в основном? Смотрите. Ну вон там мужик стоит. Он, короче, этот чекает и сейчас орёт тем, чтобы он... Ого, ты сальтуху закрутил, красиво. Да, это я уже... Надо с Бенни Хоппи, Бенни Хоппи ям бежать. Банни Хоппом, Банни Хоппом. Банни, он Бенни, Бенни Хопп. Бенди. Бенди Хопп. Кот уже, мне уже почти 100. Ой, молодец, я хочу, чтобы у меня было меньше всех смертей, я буду победителем в этом ролике. У меня меньше всех смертей. Точки 3. Ты чё ныкаешься? А он то ныкается. А как ты выживаешь так долго? Я по карте просто бегаю, я тренировался по сью. А как ты тренировался? А вот так, просто бегал табун. Да? То? Я знал, просто проверял, видишь, тоже шаришь как. Да. Я только бегу. Все, я выживаю. А нет, все-таки выживать не буду. Бегу дальше. Хочу все-таки хотя бы не последнее место занять. Давайте проверим, сколько у меня смертей. А нет, потом проверю в следующий раз, потому что что-то вообще жестко. Но пока ты точно последнее место не занял. Отойди, Тима. Хорошо.
Отлично, ты отлично. Ребята, я тоже выхватил, как дольше всего выживать. Вот так надо по кругу бегать, да, пацаны? Да. Да, просто по карте. Все, все, все. Я бы поставил их больше бы, но мне кажется, если я поставлю больше, лагать начнет. Ой-ой-ой. Да ты там смертей. Ой. А, они окружают нас. А повиснуть на попе вверх. Да? А, я знаю, как, знаете, да, пацаны, как можно больше всего очков набрать. Ой-ой-ой. Умереть и не возрождаться. О, нет, это так уже нечестно. Ну ты так делаешь, поэтому у тебя меньше всего смертей. Нет, ты так не делаешь? Я по карте бегаю просто. А где ты? Какой у тебя скин? Посмотри, как ты бегаешь. Я скин этого сломанного Бонни. Да? Вот ты бегаешь, привет. Бонни сам так. Я не могу возродиться. Дима, беги за тобой. А вот сломанный Бонни, я с тобой буду. Побежали. Давай, давай. Мы вместе, давайте. А где ты? Я тебя не вижу. О, я в доме. Это кот, вот. Эй, чё тебя не убили? Тебя же уже было убить. Банда бегут. За мной банда. Все, будем с этим челиком держаться. Я его сейчас физганом, наверное, поймаю и скормлю его бунгом. Привет, привет. Чего? Не бойся. Давай. Скорми. Ой. Все, отлично. Я тут террористом стал. О, чё там за дым такой? Это бомба. Это кто-то пердак. Пердак взорвался у кого? Есть, убили! Ай-яй-яй-яй. Я живой, я живой. Живой, да? Человек со странным ником. Так-так-так-так, вот это движ за мной. Ох, их там толпа, надо, короче, в другую часть карты бежать. За мной сейчас все, я всех отвлекаю. Молодец, спасибо тебе, мы за тебя выиграем. А, помогите! Помогите! Тучка, беги! Все, я стою, не двигаюсь. Ну это не работает так, почему в тех роликах работало? Все, не двигайся, смотрите. Может, сюда остальные все бегают. Ну все, все. Из-за вас все, пацаны. Да я бегу, так. Это все, Димас, смотри. Я бегу, я бегу. А где ты? А я наверху. А как тебя там? А где? Я тебя не вижу. А ты наверх, смотри. А он на пропе. Эй, не надо! Молодец, Дим. Нет, ну так если ты будешь так делать, я тебя забаню. Да, да. Случайно. Точка нажмёт. Это как называется, пацаны? Проп-эйр, да? Да, проп-эйр. Ты, пропердейшн, блин. Пропеллер. Пропеллер, точно. Спасибо. А вот его проп валяется. Держите, абунги, кушайте. Кстати, дольше всего держусь, пацаны. Наверное, еще не умираю. Я дольше всех держусь. Эй, мечи, меченосец. Где? Блин, окружили! Их так много! Они нас убивают, потому что они голодные. Полтинете! Пацаны, бегите, бегите! Фриз, Фриз, я тебя жизнь сломал. Вы ничего, а вы ничего не заметили? Ничего не замечаете? Да. Смерти нету. А чё? Я отключил искусственный интеллект. Я нажал игнорировать игроков, думал, вы будете дальше убегать, потом стрелы не остановились. Было бы классно, если бы от них убегали, а они бы это вас не мочили, вы убегали бы от них постоянно. А, бунги. Ой. Ух ты, ё-моё! Телепортируется жестко вообще. А я бы вообще... Ого, вы видели, тэпнулся? Они тэпаются? Да. Так. Ну, блин, я не успею забежать даже в дом. Не бойся, не бойся. Я так 100 раз сделал. Да, я тысячу. Тысячу раз сделал. Да. Так что мне надо 9 Диме. Вау, нифига себе. Это Дима. Ба! Блин, ну когда уже абункам добавят жизни? Я, пацаны, это чтобы немножко вы согрелись. Вам тепло? Да, тепло. Да, очень. Так, ну что, давайте, короче, отключая искусственные интеллекты и посмотрим, кто больше всех проиграл. Смотрим. Больше всех проиграл у нас... кто? Странный никнейм, да. Пусть будет этот... Как его пусть будет? Пусть будет Джамп. Джумп. Я не знаю, как его больше прочитать. Кот. Джун. Джун пусть там будет, да. Джун. А меньше всех смертей у... И тучка. И тучка.
Да я жестокий, я знаю. Да ты реально получитер, как ты так делаешь? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Черное Жерло, Гусь Санек, Куёка, Итачи, Фуфлик, Фриз, Мерси. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Селестина очень вкусная. Здравствуйте. А я как жизни... еще леди. Смысл жизни в ананасах. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика, мы будем убегать от Абунг с низкой гравитацией. Всем очень нравится эта рубрика, поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, включаем мы искусственный интеллект. Погнали. Кстати, на меня даже никто сразу не загорелся. Сразу видно, что я их поставил, поэтому они меня не убивают. Смотрите. Пока. Опа, первый ушел, отлично. Смотрите, мимо. А, я, кстати, не шевелюсь, наверное, поэтому они меня и не мочат. Да. Дима, опять ты со своими читами? Не, я не читерю. Специально же будет возле меня бега, да, чтобы меня убил? Нет, никто меня не трогает. Так, я буду еще ставить. Так, смотрите, смотрите, мимо, не убьет меня, да? Видите? Отлично, ребята. Дима, буду так всю серию выживать. Да-да-да, все четко. Мы тут вокруг тебя будем забеги устраивать. Эй, не трогай меня. Оп. Так, будем ставить еще. Мне мало. О, давайте черного поставлю, он очень быстрый. Смотрите, не трогает. Не трогай. А что ты возле меня стоишь? Черное жерло. Ну не трогайте меня. Ну блин, они мне специально. Из-за того, что низкая гравитация, так по воде прикольно покатился. Ребята, не забываем прямо сейчас поставить лайкосик и подписаться на канал. Каждый лайк добавляет плюс один к настроению. Давайте посмотрим, сколько людей нравятся мои ролики. И сколько вы хотите нам добавить настроение. И кто хочет с нами записываться, заходите в наш Дискорд. Отлично. Блин, ну классно, да, с низкой гравитацией выживать? Прикольно очень. Да. Можно перепрыгивать их. Смотрите, вот он бежит до меня, я беру и перепрыгиваю его. И делаю сальтуху. Смотрите, где я лечу, пацаны. Вот это веселье. Красиво. Это я летаю, это меня Абунга подкинул чуть ли не до выше небоскреба. Так. Ребята, досмотрите до конца, потому что в конце будет 100 Абунг. Дима, не надо. Надо, я хочу много Абунг. Так, пошел, буду спрыгивать. Смотрите, он ко мне не идет. Видите? Не идет он ко мне. Это очень... Ого! Вот это вы улетаете после того, как он мочит. Нет, нет! Отлично! Слышь ты, я тебя буду бить, если ты... Ай! Блин, да он меня не сразу убил. Он меня поцеловал. Перед смертью чмок сделал. Ох, как хотят там убить. Дима, он хотел от тебя отойти, короче, но я тебя подтолкну. Ты молодец. Ставь еще. Наоборот. Ставь еще. Еще ставить? Ну, конечно, конечно. Давайте. Так, давайте для начала посмотрим, сколько нас. У нас стоит 50 NPC. Давайте сразу увеличим на 103. Так. Ставим, ставим, ставим. Погнали. Раз. Конь. Давайте вот этих разных, которые мы редко ставим. Ах, ты зараза, буду лететь и ставить. Дядя Дима, не надо. А, кстати, когда я был мертв, они не ставились. Это очень странно. Чё? А не все спавнятся. Я могу только ставить, когда живой. Так, ну что, будем постараемся выживать. Давайте, кто сейчас умрет, тот лох. Нет. Все, погнали, погнали, смотрим. Не зади меня, не хочу быть лохом. Так, Куёка, ты, может, будешь? Может. О, их там толпа, это просто жесть. Чё они все за мной? Вы чё, дураки, что ли? Отвалите! Эй, толпа Абунг за мной! Смотрите, сколько их за мной бежит! Чё вы все за мной? Вы чё, гоните? Отвалите! Они попадают! Я не блин, я первый умер! Нет, нет, второй. А, я специально, видите, тоже заметили. Бух, красиво! Спиной ляпнулся. Офигенно, с низкой гравитацией выживали. Все, не двигаюсь, смотрите. Видите, уже их пофиксили. Раньше, когда вы появлялись и не двигались, они вас не убивали. А сейчас убиваю. Кстати, этот мод, ребята, сегодня обновили. Потому что он удалился с коллекции. Пришлось заново его скачивать. Да, это было полный пипец. Так, осторожно. Так, не трогайте меня, не толкайте, я же хочу выживать. Я тебя спас, Дима, ты не понимаешь. Каким образом ты меня спас? Ты что, мне по голове дал 20 хп отнял? Спасибо тебе большое. Не на что обращать. Так, что, еще ставить, пацаны? Да, вообще мало, ни о чем. Смотрите на небо. Аллилуйя. Вот это жесть. Ребята, уже штук 50 поставил точно. Они обходят мимо меня. Может, все-таки работает эта штука? Да вы задрали на хворош. Куёк, это ты огурец вонючий.
Да. Я буду тебя бить. Ты понимаешь, я буду тебя очень сильно бить. Слушай, у меня тут друзья появились, Дим. Не трогай, не трогайте. А, дали. Да. Отлично, отлично, ребята, слушай, выживаем. Рядом. И не убил. Друзья появились, смотри, какая получилась. Отвали, отвали, Куёко. Ай-яй-яй. Как тебе мои друзья, Дим? А твои друзья, они мне не нравятся, если честно. Довольно такие неплохие. Согласен. Ого, что у тебя с глазами? Эй, хватит меня бить, я сейчас умру. Отвалите! На! Ох ты, блин, да мы же должны в команде держаться, не убивать друг друга, вы чё? Ой, Куёка, извини, я хотел... Ой, Куёка, извини. Ой, Дим, привет. Отвали, я с тобой не дружу. На! Так-так-так, сейчас только они будут ко мне подбегать, я сразу валю. Я не знаю, да как он меня убил? Откуда он взял? На раз под низу меня убил. О, я живой, я живой. Не надо. На, не мешайте мне. Я знаю, кто хочет меня ударить, я буду тоже стрелять по вам стрелами. Не, нельзя, я буду... На. Красиво, ребята. Сразу видно, поставили лайкосик. Так, нормально. Пошел я выживать, я их не боюсь. Ну давай, иди ко мне! Что вы, щенки, мне сделаете? Что? А? Смотрите, я не могу догнать. Вообще слабые, очень слабые, да? И прыгает, как я. Ты что повторяешь? Понял! Короче, ты стоял за Димой, а Дима в этот момент отошел, и я тебя нечаянно убил. У меня был коварный план. Смотри. Какой у тебя коварный план? Опа, смотрите, попадают? Опа-па! О, во-во-во-во-во! Вниз! Ааа! Блин, жесть! Хорошо, ставим еще, пацаны, красномордых. Ой, Дим. Уже штук 80 поставил, ребятушки. Лунговый дождь. Дима, можешь удалить несколько мне пин? Нет, нет, ни в коем случае нельзя. У кого маленький пинг? Слабый. У того слабый. Ух ты, что из-под воды вылетел? Вот это я сальтухи кручу. Сейчас еще красиво ляпнусь. Ах ты что? Вот это их жесть у нас. Ай! Да дайте возродиться, заразы. Валите, валите. Куёка молодец. О, я помню, можно с помощью базуки подлетать высоко. Во, смотрите, как я подлетел. Отлично, отлично, отлично. Отвали, отвали. Хорошо, что они не спрыгивают. А нет, они спрыгивают. Так, вот этот красный за мной прям жестко охотится. Ух, я их перепрыгнул, 1000 штук в секунду. Телепортировался черный, я видел. Так, подо мной, подо мной. Отвали. Блин, они жестко, когда под водой. Я медленно плаваю по сравнению с ними. Вот это их на карте. Вот это прикол. Не совсем офигели. А вообще, чокнутые какие-то. Надо их вообще с дробовиков мочить. А они не убиваются. Я летал. А пофиг, все равно. Классно сделали, если бы у них жизни, да, было, пацаны? Да, миллиард хотя бы. Да не, хотя бы там, не знаю, ну 100 тысяч могли сделать там. Мы могли бы повоевать. Так никак не повоевать. Будем чисто убегать. Опа, прыжок. Контролом. Ух, успел. Все, Дим, я на тебя охоту открыл. Ты дурак, что ли? Все, я... Не убивай меня, я тебе хлеба дам. Отлетало. Ух ты, кто-то рядом стреляет стрелами. Нифига, я летал. Тут оружие использую читерское, быстро бегать. Ребята, ну давайте не по-честному. Давайте по-честному. Дим, как тебе охота? А, ну, такая охота у тебя фуфлыжная. Мне не нравится твоя охота. Ух, там толпа. Помогите. Залетел жестко. Интересно, на карте есть такое место, где они могут не достать? Дурак, что ли? Кто на мече летает, смотри. Кто на мече летает? Кого забанить? Куёка? Да. Ты чё по мне стреляешь? Охота. Со мной 40 штук бегут. Что блин, за? Есть, пригвоздил! Из-за того, что гравитация слабо, он пригвоздился. Это было эпично! У-ху-ху! Тут их много! Отвалите, бунги! За мной полсер. Вот это жесть, их сколько! Куёка, красиво я тебя пригвоздил? Да. Я старался. Все, они отстали от меня. Смотрите, как прям хорошо я жестко выживаю.
Блин, хую, блин, могу застрелить. Ай! Ой-ой-ой, красиво! Куек, так кто ж на кого охотится? Ты на меня или я на тебя? Коктейль Молотова. А? Какие коктейль Молотова? Не надо вам коктейль. Вот бы попасть, да, вот так, ребятушки, навесиком, по красоте. Вот эти стрелы там попадают? Куёка. Нет. А! Ой, убили. Красиво, красиво. Так, ну что, это значит, у нас сегодня будет даже больше 100 штук. 103 будет Абунду. Да, всего 3. Ух, там толпа какая. А кто там прилетает на мечи, ребята? Мы же договаривали, что нельзя. Да эй, все, баним его. Еще и тачим баним, он это на... Ага, нельзя. Ух ты, что, стрела возле головы прилетела. Ну, куёк, ну, пожалуйста, ну не убивай меня. Так интересно, Дима. Это какое интересно, мне не нравятся твои интересы. А, он рядом. Смотрите, не может догнать, если быстрым бегом бежать. Я не может догнать. Вот она, а, нет, может, может, может. Ух ты, спасибо. Ожидай, да ты чмо. Ожидай, у тебя дроп будет в животе. Давайте все на куёка нападем. Да не, куёка я буду убивать. Вдвоем. Вдвоем эффективнее. Не, надо. Куёка, ну что? О, отлично, куёка и так сдулся. Ему отомстили мои кентафурики по имени Абунгоукс. Ну что, пацаны, добавлять еще? Да, да, конечно. Сейчас, давайте я взлечу повыше, чтобы они меня не убивали. Твои кенты хотят тебя убить. Так, давайте стандартных Абунг. А вот, Абунга обыкновенный. О, давай. Ого, они прыгают. Убил! Куяка! Ну, куёку! Ну я же тебе... Сейчас, все, ребята, ставлю до упора. Ой, у меня лагает. Лагает у меня. Все, штук 90 стоит. У меня лагает. Давайте поубавим их. У меня не лагает. У меня подлагивает немножечко. Нет. Все, охотимся на куёк. Куёка. На. Вот это ты красиво улетел. Рактол тут вообще круто. Раньше 100 штук ставил, не лагало. Сейчас что-то лагает. Они это переделались, видимо, начали вот. Наверное, да. Или потому что на карте взрывы, горит огонь. Да, может. И всякое быть. Такое. А все это из-за куёку. И все это куёк. Да. Куёка, на тебе еще раз. Вонючий огурец. Получай, куёка, так тебе. Ой, Абунга там в здании трется. На! Ну что, давай! А че ты там стреляешь? Эй! Эй! Так. Вот это толпа! А как я выживу? Я в углу. Я в углу, я в углу. А, ну ладно. Ой-ой-ой, пацаны, не взрывайте ничего такого мощного, у меня подлагивает. Я сказал, я же на исполнении. Дайте хотя бы отбежать. Да это жесть! Вот тут они там среди как атакуют. Ой, меня окружили, Дима. Фух, я убежал. Я пингвой это не лагает, скорее всего. Ну ты че? Куёка, не могу по тебе попасть, что это такое? О, вот это куёка хотят все убить. Вот это, ну что у нас тут веселье? Ну все, охотники. У меня 600 пинг. Ой, привет. А где мой арбалетус? Да за что? Ну мы ж не воюем между собой. Давайте только с арбалетом. Я сейчас возьму админский пистолет, например. Давай, бери. А ну давайте я попробую с админским. Нет, куёка, это же нечестно. Ну, ух ты! Можно. Я просто попробую. Нельзя. Пробовать нельзя. Ай! Ой, попробовал. Ой, попробовал. Это война. Я хватит, я буду всех обстрелять. На! Все, пацаны, я заныкался, меня никто не убьет. Я очень хороший нычки. Ладно, я пошутил, я не в хорошей нычке. Дима, я. Может, они за мной? Эй, за мной! Да хорошо, я ему специально подался. Не, давайте если давайте войну на арбалетах. Да! Будем вышивать в табунке и еще стреляться. Да, жестко. Ой, попал это красиво. Арбалеты, они просто не лагающие. И, кстати, с них очень тяжело попадать. В этом есть прикол. Ух ты! Вот это класс, когда их очень... Кстати, перестало лагать, когда вы ничего не взрываете. Вот это стена из-за бунку. О, ребята, смотрите, какое количество их. Че они все за мной? Вы что, сговорились, что ли? Куёха, отвали. Надо взрывать ничего, они не убивают. Люди, вы на блюде. Там куёк они-то в толпе. Я по мне стрелят, я по нему. Куёка читер. Умри, куёк. Не попал?
Не попал, за что ж такое? На, да хорош, ну хлопцы, ну. Ну-ка в стену улетит что-то. Слушай, Дима, ой, красиво. Волшебное оружие. Ну что говоришь? У меня есть какое-то волшебное оружие. Нет, у тебя нет волшебного оружия. Чё-то как-то называется монеточка. Не, ну монетка не, это же не честно наполовину. Наполовину честно. Так, фриз, я сейчас тебя буду фризить. Я сейчас мой приглаждатель. Дима! Я тебя тоже вою. А вы что гоните? Мы же вроде как бы дружить должны. Ну что, Дима, не закончился. Ты да хорош. Я тебя тамщу. Я забыл. Пригвоздили. А где ты? А бунги разгвоздили меня. А. Если тут ты летаешь. Ой, ой. Ай, я об стенку ударился. Нет, а бунка, нет, пожди. Подстрачник дебилы дал. Так, Дима, ты куда у нас ушел? Я бегаю. Кто у нас тут был? Это что, мировая война? Да. Да. О, говорите, мировая война? Да. Война, да. Каждый сам за себя. Дима, я прилег полежать. Все это началось с Куёку. Куёк, это ты во все виноват. Да, в войне ты виноват. Сейчас взорву ядерку. Нет, не надо, я вылетит, скорее всего, вылетит. Это ядерная война уже. Паним Куёка, все. Это уже не мировая, а ядерная война. Да и иначе, ну блин, за что? Я вам так сил за... Куёка, там посмотри на небо, Куёка, посмотри над головой у себя, что у тебя летит? Чего эти? Красиво, на! Вот это жесть! Так, значит, да, Дима. А что ты хотел, а ты как делаешь? Я войну обтекаю. Нет, дайте вам, пацаны, я вам хлеба скинул там. Давайте против Куёку, он просто... Там будет мега взрыв. Всё! Буу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 u Я бегу, я все, я спрыгнул с крыши, то я случайно пару раз только. Больше не будет. Смотри, что сверху падает, Дим. Не, ничего не вижу. Я вижу, как ты умираешь. Вот это я вижу. Смотри наверх. Я ловлю. Анима там ничего не вижу я. Я ловлю. Я не смотрю. Не за мной. Удалите бомбу. А где она? Летает. Вот летает. А где она летает? Где вы ее видите? Дима, бей, Куёк. Куёк обгонит дурочку. Куёк вообще, блин, объявился. Я объявил вам ядерную войну. Да какая ядерка? Вылетит Гарри Смот. Ну не надо ядерку. На. Блин. Бесишь реально. У всех жопы горят. Это жесть. Мы тут с обунками воюем, еще и между собой. Вообще сумасшедшие, что ли? Дима, я тоже заставлю. Так. Ой. Тут каждый сам за себя. Я немножечко удалил, чтоб не лагало. Да, Дима. Слушай, я сейчас... Ай-яй-яй, что-то взорвалось. Это бомба. Ого, я на краю карты, в углу прям. О, карта такая сверху, не такая же-то и большая. Не, пацаны, это все фигня. Куёка, ты меня очень сильно... Ты меня разочаровал. Разочаровал? На, лови. На, попей. Удалите ядерное. Да это не ядерное, это мега ядерное. Да это маленькая бомбочка. Это маленькая бомбочка? Ха-ха-ха, завис Гарри Смот! Он вылетел! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Гусенек, Черный Дунгай, Уга-Буга, Заварной Кофе, Какое-то Фуфло и Тучка. Пацаны, поздравайтесь! Привет, всем привет! Привет, братья! Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Приветики, омлетики! У нас сегодня, ребята, будет ролик, где будет мучение и страдание. Это очень маленькая карта, и я буду ставить 100... NPC Абунг. Если тебе хочешь, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, вы готовы? Начнем с оригинального. Дима, ты знал, что ты ботик? А ты его создал, поэтому он за тобой. Нет, он за всеми этот ходит. Вот смотри, видишь, что он делает? Видишь, он меня не трогает. Ставим еще. Еще ставим много. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук.
Ой, они там зависли между собой. Давайте 9 и 10 вот здесь вот поставим. Все. Вот теперь, ребята, вот теперь мы будем умирать каждую секунду. Смотрите, справа вверху отображается смерти. Ха-ха-ха, так это всего 10 штук. Карта самая маленькая. Я тут нычку нашел. Ну ничего страшного, она тебя не спасет. Я залезу на нее. Она спасает, тут 1000 бум побежала, они даже это, меня достать хотели, они меня не убили. А где ты залез? О, я их вижу тут. Я в этом, в домике мой. Ох, ё-моё. Да, они телепортироваться могут. А, вы тут зашкерились? Они лошкерились. Это чтобы вы, ребята, не шкерились. Убил одного красиво. Ага. Теперь я буду тут шкериться. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся сделать что-то веселое, классное и интересное. Вот смотри, какой-то подлец меня скинул. Я запомнил твой скин. Хотя я это делал со спины, а я не знаю, не увидел, это со спины было. Мы сейчас посмотрим, кто там стоит, и я его... Так, это у нас был Папайрус, а это у нас... Нет. Фуфло меня скинул? Нет, это Угабуга. Угабуга, ну все, я буду теперь тебя постоянно скидывать. Так, надо еще, да, добавлять? Да, давайте, добавляем еще. Давайте черного поставлю. Ой, не бегают наверху, надо еще внизу ставить, так. Ой, там много в доме. Красный. Вот да такого. Блин, тебя, возможно, убьют сейчас. Нет, я отойду. Так, а это не Угабуга. Профит. Так, где Угабуга? Буду сразу скидывать. Я с ним файчусь. Аня, уйди. Да? Дим, по-моему, нас никогда не убьют. Убьют. Вот он, Дим, вот он. А, вон Угабуга, вон он. Вон он, вон Дим, вот он. Вон он, Дим. Вижу. Стоять! Я тебя буду к себе тянуть. Вот он, Абунги, вот он, ешьте его. Смотрите, сейчас его в воздухе съедят. Ах ты, я тебя сейчас тоже. Сейчас съедят Дима. Стоять! Вот он, ешьте его, Абунги, ешьте, вот он. Ладно, тебя и так убьют. Нет, меня не убьют. Не убьет? А чё вы все наверху позалазили, они не могут теперь сюда попасть? А вот потому что. На тебе за это. Блин, я только тебе хотел сказать, чтобы ты тут создал. Они не бегают здесь наверху. Давайте спрыгивать, пацаны, ну нечестно же. Кто стоит наверху? Давай. Кто стоит наверху, тот лох. О, отличная идея, мне нравится. Так, спрыгиваем сюда. Вот как? Да блин, да я поддался. Да казни, я во всех роликах поддаюсь, когда проигрываю. А чего вы там стоите? А все, это нычка. Что-то ваша нычка не сильно работает, надо бежать. Так, ой, окружили. Вот сейчас, знаете, я сейчас покажу свой скилл, как можно выживать. Ну ладно, это я тоже поддался. Я поддаюсь тоже, я вообще профессиональный игрок. Вот это жесть их тут. Ой. Я еще ставлю, пацаны, мало. Откуда Дима? Отвалите. А я убегу, смотри, вообще наизично. Опа, опа-па. Ну ладно, заразы такие. Все, теперь я четко выживаю, смотрите. Дима, посмотри наверх. Никто меня никогда не убьет, никто. Даже я? Не, ну я забыл. Бежит твой. Ого, их там толпа, просто жесть. Окружили демоны, они меня не видят. Видите? А ладно. Вижу. Так, давайте здесь Дима, походим. Пока, Александр Саныч, я убежал от тебя. Еще ставить, пацаны? Ай, да. Давай. Это мало, Дим, ну ставь еще. Ну мало. Я ж там всего 107 штук могу поставить, всего на все. Да блин, он телепортировался перед лицом, это же нечестно с абунговской стороны. Ну, сразу убил. Дима, бань его. Абунку? Ой, парни, там бегут. Ой, фишнику. А! Да жесть! Еще ставлю. Ой, я наверху поставился, это хорошо. Много, ребятушки, много. Уже штук 40 или 50 поставил. Лагать начинает, а не, вроде бы все четко идет. Не-не-не, пинговать. А, ну это нормально. Ого, их тут, это просто жесть. Ребята, лайкосик обязательно за Абунгу. Вот это трэш, просто толпа такая ходит. Я даже не могу соспавниться. Да? Они нас не могут убить, смотрите, здесь вообще очень легко здесь выживать. Видите, они нас не трогают. Да, Гусанек? Вообще нас не убивают. Это читерская мелочь. Ладно, я спрыгиваю, потому что я их не боюсь. Чем мне их бояться-то? А я бегу по карте, и никто меня не трогает. О, кстати, они могут бегать сверху. Могут, только они должны туда сами запрыгнуть. А когда их ставлю, там они не могут бегать почему-то. Не знаю, с чем это связано. Нет, где вот эти пузыри?
А, да? Ну да, там могут. Там они могут бегать. Блин, я хочу туда запрыгнуть. О, все, я опять в читерском месте появился. Карта видит, что я проигрываю, и ставит мне очень в такое место. Ой, я сейчас запрыгну, смотрите. Опа-па! Отлично. Ну все, тут теперь можно долго выживать, хотел сказать. Да что ж такое, смотрите, нереально где-то поставиться даже. Опа, запрыгиваем. Что это за фигня? Я только заспавнюсь, сразу убью. Ну нормально все, это все продумано. Кстати, зря вы не так часто умираете, надо еще ставить. А еще Саня. Саня сразу убил. Ай-яй-яй, головой своей дурацкой меня убил. Он глазами убивает. Тогда они какие-то неадекватные. Взглядом. Они реально стрёмные? Так, давайте все-таки вот так. А ну давайте проверим, вот тут он меня достанет, если я буду стоять. Дима, он тебя достанет. Не, вроде они тут не достают меня. Да достанет, смотри. Достанет. А, ну хорошо, хорошо, достал. Он меня поцеловал, поцелуй смерти называется. Вкусно. Эй, головой как Марио бьюсь. Воздушный поцелуй. Ох, красавчик. Ну да, я вижу, они немножко наверх могут запрыгивать. А если они за человеком каким-то, да, следят? Да. О, они на второй этаж пошли куда-то. Да? Что-то их так поставило, их не так много. Ой, жести много. А что это за пищали? Бомба, бомба. О, началось, а бомбы взрывают. Давайте спустя, чего там сверху? А кто их там сверху? Кто там сверху? А ты? Ну, да я! Него... А не, они тут могут бегать, они, кстати, тут убивают. Ты видишь, меня убили, я даже наверху когда стоял. Они не убивают на самом верху. А, Санечка, отстань! Санечка снимает? О, я знаю, ребята, что делать, чтобы они не залазили. Мы сейчас поставим здесь обломок. А ну. Тут. О, все, я теперь на водорослях прям поставил. Сейчас мы еще, ребята, все водоросли заблокируем, они не смогут залазить. Надо быстрее залезать. А я вас буду физганом всех скидывать. Так, давайте по здесь посмотрим. Никто не шкерится. Проверяем. Ой, меня будет. Теперь я сделал так, что они не могут туда залезть. Их очень много. Очень. Очень, очень. А что, он ушел оттуда? Они могут. А, он телепортировался. Они вот смотри, бьют какой. Вот это жесть просто. Вот это тут толпа. Кстати, должно быть их больше. Где еще остальные? А, они вон там все бегают. Они все внутри. Все, я буду сейчас максимально хорошо выживать. Очень хорошо буду выживать. Смотри, где я, Дима. Где? Вот он я. Ай-яй-яй. А чё они тебя не убивают? А ты смотри, они меня как бульдозером просто сносят. Они меня не трогают. Стоять! Вот он, ешьте его. Как это не трогают? Трогают. Смотрите, он залезет и убьёт. А я стою на месте, меня бунги не трогают. Давай, залазь туда по водорослям наверх. О, спасибо, что ты меня под... Блин, они даже по бортикам ходят. Вот это неадекватные, вообще психи. Бахуристы какие-то. Ну, еще ставим. Давай. А, зачем рядом с нами? Ну я люблю так делать. Ну что я могу сделать? Чтобы не стоял на месте. Ай-яй-яй! Они сейчас встали. Дима. Все, ребята, я поставил 107 штук. 107! Они аж застреют. В этом прикол. Они жирные. Да не, нормально все, ребята. Ну играем по красоте, смотрите. Вот это жесть, для такой карты. Мы обычно такие NPC ставим такое количество на больших картах. Но такое маленькое мы еще не ставили ни разу. А можно я убегу от этих дрочков? Они встают на месте и не бегают, а чё? А чекайте, как я умер. О, все, пошли. Я же говорю, их сильно много. Дом они сильно ускоряются, потому что это пинг. Потому что пинг. А, пинг будет они? Много, посмотрите, сколько. Давайте удалим тогда, раз такой большой пинг. Я ж не... О, все, видите, нормально начали ходить. Я переборщил, значит, надо все-таки около 95 ставить их. Так. Да, Дима, как всегда. Чего ты так сразу? Так, сейчас мы сделаем веселье. Не надо! Да чё, начинаем мочить друг друга! Перестрелка! Сапунга! А чё вы все сразу меня мочите? А потому что жизнь такая. А где Санёк? Эй, ты! Вонючка! Ай-яй-яй!
Ух ты! Вот это, ребята, у нас в канале, как всегда, то, что вы любите. Погнали! Давайте еще удалим, что-то я переборщил. Эй, гусанюк, тебе и так маленький скин, а ты еще приседаешь. На, тебе снесло, вот это жесть было. Они опять застрелили. И давайте еще удалим. Я переборщил, их очень много поставил. Еще, еще удалим. Они застрелили друг друга. Давайте штук 50 оставим их. Ой-ой-ой. Вот это жесть, разрушил стреляться на свою голову. Отдайте будем. Ну блин. Да дайте поубивать кого-то, бунги вонючие. Да они меня убивают постоянно. Дима, ты где? Я в УП. На тебе. Гусанёк, я тебя отомстил за те разы. Психи, психи, психи. Вышли на охоту. Психи, психи, психи. Мочат всех подряд. Я тебя за это накажу. Убил, успел убить. А не, не успел, он меня убил. Чинь. Вот это класс, ну. Как разнообразился ролик сразу с подчиновами. Не трогайте. Ну блин, окружили. Чё, ты пэк? Ой, слеповуха полетела, ничего не вижу. Ай, там не надо. Да ну ребята, ну пацаны, ну дай, ну что вы делаете? Ой, я застрял? А я был умерший уже. Ай, жопа горит. Гусанёк, у тебя читерский этот канал, хотел сказать. Вот еще удалим. Вот это жесть. Вы психи, я хотел более такой поменьше, а вы прям решили жестко, да, воевать? Хорошо. Все понятно. Я тебя наказал. Не умеешь играть, не играй. Я тебя сейчас сам накажу. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, Гусанёк, не убивай, не убивай. Там откуда он взялся? Тут получается я бунги и все хотят нас поубивать. На, тебя наклонил немножечко. Да ну я хотел. Да ну не хоти. А я буду хотеть. Еще чуть-чуть удалим. Тут меньше лагало. Тут прям что-то мы вообще переборщили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где бунги? Ох ты. Ой, тут все горит. Я там Гусанёк попал по тебе? Нет. Не попал? Нет. Ты чё, дурак что ли? Я запланчиваю бомбу, что ли? Красава, я тут нагибаю. Жопу бомбу ставил. Эй, ВПшник, говноешник, ты шо чудишь? Я тебя убиваю, показываю. Ай, не трогай! Опять-то вы забрали свои слеповухами! Я со слеповухой и то убил. Ах, да кто это? Гусанёк! Ты ВПшник, говноешник! О, тут бунга что ли замыкался? Ой, бомба сейчас взорвётся. Вот это горит. Да что вы делаете, а? Вы психи! О, давайте вот такой красивый возьмем скином. Да откуда вы, ВПшники, понаплаждались, а? Ай-яй-яй. Эй! Гусанёк, я тебя буду наказывать. Да со спины, ну хорош! Вот давайте возьмем этот, 30-патронную. Дима, ты что? Жестко, жестко. А бунга, перестрелки, все на кучу. Я почти Диму убил. Нагнул, нагнул, красиво. Вспоминаем уроки КС-ки. Я сейчас со Красава, уклонился. Это прям уже какой-то квейк у нас. И Дима, готовься к подрыву. Красавчик, наклонил. Так. Все горит просто. Да вы что, подожгли всю карту, что ли? Да хорош, да вы психи! Вот такие вы, значит, да? Дима сказал стрелять, мы стреляем. Ну все нормально, пацаны, все четко. Все по красоте. Бунга, перестрелка, как всегда. Афиг, ты че, лох? У меня один хп. Ну не мешай, ну Гусанёк. Патроны!
ХП. Есть, гусанёк, ты со мной не смог перестреляться. Дима, тебе, сюда. Тебе повезло. Я знаю, это везение. Как ты лучше играешь кого-то. Нате вам, пацаны! Ого, это вам за все разы, которые вы меня убивали. Вот это, видите, что вы на карте сделали? И взрыв. Не точно, а лайкосики и подписку этот ролик заслуживает. Вот это тут все горит. А что, на этой карте все горит и не тухнет, что ли? Походу. Вот это жесть. Если понравилось... Если понравилась эта серия и она вам поделала настроение, ставьте палец, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Ну, психи. Ты сейчас...